Денис, в целом комментарий твой по игре, да, но начало не очень, зато хорошая концовка. Ну да, уже что-то какая-то стала нехорошая традиция. В Борисе мы первый период что-то проспали 0-2. Там не отыгрались, но здесь, ладно, нашли все силы. И спасибо болельщикам, что поддерживали нас до конца. И отсюда такой результат. Не было бы их, я думаю, что, может быть, был бы другой результат. Вот эти вот слова сейчас, да, главного тренера, это было мало похоже на победную раздевалку, да, больше такие, ну, тоже заставляет задуматься, да? Ну да, да, ну я думаю, что все понимают, в чем, откуда, почему такие слова нам сказали, я думаю, что нельзя, мы за два периода, сколько там, 9 раз Москва бросили, но это никуда не годится, это ужас. А хорошо, что в третьем периоде мы забили 3 гола, как он просил, все на ворота, броски. Так и получилось, что два наброса и 2 гола. Но все-таки могло сказаться, да, какая-то подсознательная мысль, что «Нефтехимик» проиграл на старте сезона сей матч не очень. Да, ну, я думаю, что нет, об этом никто не думает. Сейчас все команды примерно одинаковые, начало сезона, и отсюда, да, тот же самый момент у нас был с Омском, то же самое, что они там сколько, 5-4 игры подряд проигрывали. Но я думаю, что ни у кого не сидело, просто непонятно, почему мы так начали. Но я думаю, что это все поправимо, разберемся, и следующий матч будем начинать с 0-0, и надеюсь, что будем вести и выиграем в общем итоге. Ну, следующий матч как раз-таки в Тамбли, с которым недавно на выезде проиграли. Наверное, еще тут желание вернуть такой должок уже. Да? Ну да, как бы да, при своих болельщиках мы обязаны выигрывать этот матч. 100 очков КХЛ, как ощущение? Ну, я знал, да, там, что это комментаторы говорили, родители говорили, жена мне постоянно говорила. Ну, я как бы об этом не задумывался. Ну, хорошо, что набрал 100 очков, как бы. Я думаю, что сейчас пойдет дальше.